Мы встречаемся с Александром Чуриным, первым заместителем председателя правительства Кировской области. Александр Анатольевич у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Три вопроса у нас на повестке дня, ну и кое-какие еще такие интересные факты, которые мы с Аней за последнюю неделю подобрали. Хотелось бы с вами обсудить, надеюсь, что мы это успеем сделать. Но три таких серьезных очень вопроса. Больших блока. Да, которые касаются непосредственно развития нашего региона и в ближайшем будущем, и в отдаленном будущем. Мы будем говорить о том, что в Кирове разрабатывается в Кировской области стратегия социально-экономического развития региона. Мы будем говорить о административной реформе в региональном правительстве, тема, которая не сходит просто с первых полос наших СМИ последние несколько недель. Но подробностей мы не знаем пока. До сих пор противоречивые сведения поступают. И, конечно же, нужно будет анонсировать поездку большой достаточно делегации правительства Кировской области на грядущий сочинский экономический форум. Это очень серьезное событие в масштабах страны и даже, я бы сказала, больше. С чем едет наша делегация, какие цели перед собой ставят. Может быть, какие-то будут договоренности, может быть, будут какие-то подписаны соглашения. Вот об этом мы будем сегодня говорить. Ну, еще у нас есть небольшой вопрос про победу в разных ее аспектах. Про победу авиакомпанию или про победу какую-то другую? В разных ее аспектах. У нас сейчас есть пересекающиеся с этим словом темы. И начнем мы, пожалуй, наверное, все-таки с того, что зафиксируем, может быть, наконец-то ясность какую-то внесем вот в эту дискуссию, вот в это обсуждение и в какие-то прогнозы, и в какие-то мнения по поводу административной реформы в региональном правительстве. Тема такая, Александр Анатольевич, я уверена, что вы следили по нашим СМИ, что сначала стали появляться сведения о том, что грядет административная реформа, и у нас появится должность председателя правительства, отдельная от должности губернатора. Затем последовало опровержение со стороны губернатора Кировской области Игоря Васильева. А потом от него же последовало некое подтверждение того, что действительно, вот в интервью РИА Новостям, что действительно будет административная реформа, есть для этого все предпосылки, договоренности, и какое-то разделение властей все-таки наступит. Но сроки конкретно не называются. Вчера я вице-спикер законодательного собрания Романа Титова по этому поводу спрашивала. Я так понимаю, что все эти изменения должны проходить через ЗАГС-собрание, но вот пока в законодательное собрание никакие документы не внесены. Не внесены. Что происходит? Ничего не происходит. Правительство работает в обычном штатном режиме. А вот такие фразы, как административная реформа, разделение должностей, введение новой должности и так далее, ну, это вообще абсолютно не имеет, наверное, ничего общего с той действительностью, в которой мы сейчас находимся и живем. А губернатор Кировской области является высшим должностным лицом и возглавляет исполнительную власть Кировской области. Поэтому о каком-то разделении должностей, о выделении и так далее, наверное, идти речи не может быть. А речь, скорее всего, идет о том, чтобы перенастроить работу правительства, сделать ее более динамичной в свете тех указов президента, тех 12 национальных проектов, которые сейчас разворачиваются, которые начинают реализацию в Российской Федерации, для того, чтобы Кировская область стабильно развивалась, началось такое проектное мышление в правительстве, и которое должно обеспечить пространственное развитие территории. Вот о чем, наверное, идет речь. Но в любом случае губернатор ставит задачи, вернее, ставит цели, формулирует задачи перед правительством Кировской области, которое их выполняет и достигает тех поставленных результатов, которые перед нами стоят. Позвольте, я процитирую Игоря Владимировича Васильева. Это цитата из интервью РИА Новостям. Вот что он сказал. «Структурные изменения происходят сейчас и на федеральном уровне, в правительстве и в Госсовете. В нашем случае речь идет не о разделении власти, а о введении новой должности. Председатель правительства возьмет на себя координацию работы проектных офисов, нацпроектов и оперативный контроль реализации стратегии социально-экономического развития на 2019-2035 годы». Все-таки должность председателя правительства, и когда он сказал, он возьмет на себя эту роль, говорит о том, что какой-то другой человек займет эту должность, потому что сейчас именно губернатор Кировской области является председателем. Ну, вот вы же сейчас процитировали Игоря Владимировича. Он сказал так, как сказал. По-моему,
все ясно и понятно. А он не расшифровывал более подробно? Без двусмысленности какой-то. Если губернатор решит, что необходим человек, который должен взять на себя эту работу, там, стать председателем правительства, выполнять оперативное руководство деятельностью правительства, значит, он так решит. Давайте мы поживем и увидим. Конечно, мы поживем, увидим, но хотелось бы все-таки уточнить, обсуждается ли этот вопрос с правительством. Не может же губернатор единолично принимать решение. Мы обсуждаем различные вопросы развития ситуации. Смотрим, как будет лучше, как будет эффективнее. Ведь во главу угла мы сейчас ставим эффективность работы. Если разделение должностей послужит большему эффективному такому движению вперед, ну, наверное, это будет целесообразно. Если же этого не будет, то какой смысл что-то менять? Но это обсуждается сейчас. Мы обсуждаем различные варианты развития событий. И пока мы не можем сказать, когда там вот сроки предложений, которые поступят в ВЗС. Мы можем сказать об этом определенно, когда какие-либо документы будут внесены в законодательное собрание Кировской области. Хорошо, тогда давайте поясним следующую историю. Вы уже об этом сказали, и Игорь Владимирович об этом как раз в комментариях РИА Новостям отметил, что необходима координация работы проектных офисов нацпроектов и оперативный контроль за реализацией стратегии социально-экономического развития. Вторым вопросом как раз у нас и будет вот эта самая стратегия, которая сейчас находится в процессе разработки. Что такое проектный офис, нужно пояснить нашим слушателям. Проектный офис – это, давайте так скажем, это условное название. Это вот в обиходе, в обычном таком разговоре мы используем такой термин. Проектный офис от министерства чем отличается? Да ничем не отличается. Ничем не отличается. Смысл в следующем. Та стратегия социально-экономического развития Кировской области, которая действует, которая была принята и действует до 2020 года, давайте будем говорить откровенно, не достигла заявленных целей и не выполнила свою функцию. В настоящее время мы разрабатываем новую стратегию уже до 2035 года, которая будет учитывать все те факторы и всю ту изменившую социальную, экономическую ситуацию, которая у нас сейчас наблюдается. Но тут нужно сказать о следующем. Мы должны принять не просто стратегию, мы должны принять план действий. Что мы делаем? Это не общие слова, не общие фразы. Это должны быть конкретные мероприятия, направленные на улучшение жизни людей. Чтобы мы четко понимали, в этом году будет сделано это, в следующем году будет сделано то, и мы получим такие-то результаты. Чтобы люди могли понимать, дороги будут строиться там-то, там-то, предприятия или экономические какие-то проекты будут развиваться в тех или иных регионах, детские сады будут строиться там, 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 школы в такой-то период времени, чтобы все это было понятно. Но перед этим мы должны представить себе Кировскую область в 2035 году. Какой мы ее хотим видеть? Что такое Кировская область 2035 года? Сколько квадратных метров на человека жилой площади мы хотим, чтобы было в 2035 году. Какое должно быть образование? Какое должно быть здравоохранение? Какие предприятия должны работать? Какая должна быть средняя зарплата? Какая средняя зарплата? Угу. Какие дороги? Какая вообще среда обитания человека должна быть в 2035 году? Сколько населения должно быть в 2035 году? И как этого достичь, самое главное? Вот о чем мы сейчас говорим, и вот какую программу мы готовим. Чтобы ее подготовить, мы объединяем все политические силы Кировской области. Мы проводим, вот недавно проводили круглый стол, где вы да, в том числе участвовали. Угу. Мы хотим получить обратную связь, чтобы наши проекты, наши мысли не носили какой-то однобокий характер, а были поддержаны всеми. И, кроме того, экспертное сообщество предлагает свои предложения. Что необходимо сделать, как лучше создать условия для развития бизнеса, вовлечения людей в предпринимательство и так далее. Ведь, понимаете, это такая задача, которая должна увязать между собой интересы различных отраслей экономики, различных групп предприятий. Она достаточно серьезная и
ну, я не побоюсь этого слова, амбициозная. Программа «Дневной разворот» продолжается. У нас в студии Александр Чурин, первый заместитель председателя правительства Кировской области. Мы с Александром Анатольевичем начали говорить о том, что закладывается в новую стратегию социально-экономического развития региона. Ань, прежде всего, прежде чем вот этот вопрос, который ты в перерыве, хочешь, да, задать, хочешь задать Александру Анатольевичу, я все-таки, наверное, некий технический еще вопрос позадаю. Позадавай. Да, потому что раз мы сослались на круглый стол, который был в понедельник, на котором я присутствовала, и там были представители различных партий, там были эксперты от бизнес-сообщества. Вот, кстати, интересно мне, как они реагировали, представители различных партий. А мы сейчас... У меня сейчас есть спросим, свое, да, мнение, да, но это твои, не мое. Твое мнение, оценку Александра Чурина. Может быть, мы даже, да, обсудим. Не твое интервью. Да, не мое интервью, но, может быть, мы это обсудим, потому что у нас все-таки дневной разворот. Здесь мы можем, да, и даже подискутировать. Не сказать, что там было очень много людей. Там были, еще раз, там были эксперты со стороны бизнеса, там были эксперты со стороны вот политических партий, там были даже блогеры, там был Лев Саламатов, который очень часто критикует вот эту историю, и он внимательно следим за тем, как развивается все, что касается бизнеса, потому что он еще и бизнесмен. И представленная основа социально-экономической политики в нашем регионе вызвала много вопросов и много критики. Азиз Али Чагаев, который там присутствовал, он очень активно высказывался, и у нас здесь в студии тоже по этому поводу говорил. Поэтому у меня вот несколько технических вопросов. Вы уже сказали, что необходима дискуссия, необходимо обсуждение, необходимо, чтобы люди, которые живут в этом регионе, они поняли и приняли эту стратегию. В каком режиме и насколько активно, и до какого времени эта дискуссия может вестись? Дискуссия. Стоят какие-то параметры временные? Естественно, параметры временные стоят. Я думаю, что в апреле месяце мы уже должны выйти на ее окончательную редакцию и затем на утверждение этой стратегии социально-экономического развития. Дискуссия проходит, она не прекращается, она проходит и в рабочем режиме, в режиме круглых столов, в режиме различных совещаний. Я думаю, что вот когда, как вы сейчас сказали, Азиз Алиевич критиковал, и он даже не критиковал, он давал предложения. Да, он обращал внимание, на те места, которые, может быть, недостаточно выделены, не конкретно прописаны. Вот мне хочется, чтобы стратегия была конкретной, чтобы она не трактовалась двояко, чтобы было все определено. И вот эта работа, она очень важна. Она, конечно, может быть такая рутинная, монотонная, но она очень важная. А что касается представителей различных политических партий, вот вы знаете... Они молчали, кстати, нет, говоря, практически. Ну, нет. Но я ушла пораньше, видимо, просто, я раньше не застала. Я не застала. Вы знаете, вот, например, Сергей Павлинович Мамаев очень хорошо выступил, очень содержательно выступил. Он говорил о развитии территорий, о развитии муниципалитетов, что вот этому надо сейчас уделять особое внимание. Особое внимание уделять... Даже не то, что уделять, а провести ревизию всего того, что у нас сейчас есть. Инвентаризацию нашего хозяйства, провести инвентаризацию природных ресурсов. Для этого нужно собрать научное сообщество наше, наших ученых, которые бы сказали, что есть вещи, которые эффективно, экономически разрабатывать, добывать, вкладываться в них, а что-то неэффективно. Есть у нас нефть, нет у нас нефти. Но на этом, наверное, надо куда-то поставить точку и уже не возвращаться. Была к еще этому программа вопросу. «Вятский лен», я помню, да. «Вятский торф». Она прекрасная программа была, «Вятский лен». Жалко, что сенатор Тимченко о ней все время вспоминает, хотя она 50-летней давности эта программа. Ну, почему? Я помню еще при Владимире Ильиче, да, Сергеенко, да, очень широко это все обсуждалось. Ее пытались реализовать, наверное, не в то время. Не готово еще было. Сейчас нужно понять, куда двигаться. Понимаете, при том, ведь временной лаг у нас достаточно большой. Трудно определить, что будет и так далее. Вы имеете в виду 35-й год? Конечно, 35-й год. Но последовательность шагов нам необходимо прописать. Здесь ведь мы, понимаете, мы хотим поменять вообще всю стратегию работы. Будут опорные, вернее, макрорайоны, объединяющие различные муниципалитеты. И это не административная реформа какая-то. Кто-то говорит, что будет единое руководство и так далее. Нет.
Мы идем от экономики. Мы разделяем область по... Кластеры развития по разделению труда. Сельскохозяйственные районы, районы с высокой долей лесопереработки, машиностроения и так далее. То есть вот в этих районах будут определены опорные предприятия, вокруг которых должна формироваться сеть новых предприятий, создание рабочих мест, развитие инфраструктуры, самое главное. Ведь понимаете, почему люди уезжают из районов? Ну, потому что у нас не развита социальная инфраструктура. Необходимо строить новые школы, вообще новые, принципиально новые. Необходимо строить дороги, необходимо строить мосты, вообще много чего надо. Нужны серьезное вливание. А вот как этого достичь, нам должна дать ответ стратегия социально-экономического развития Кировской области. Большое количество людей сейчас занимается, вовлечено в разработку этой стратегии. Да, достаточно большое. У меня... Все отраслевые министерства, кроме того, экспертное сообщество, предприниматель, бизнес-сообщество. Мы пытаемся наладить вот этот диалог. И ведь, понимаете, вот когда кто-то критикует, он ведь критикует не просто так. Значит, в каком-то вопросе он разбирается лучше, чем другие. Не всегда так бывает. Ну, возможно, но тем не менее это бывает. И нам очень важно, чтобы вот этот человек, кто критикует, он не просто критиковал, давай предложение. Как сделать так, чтобы вот этой критики стало меньше? Александр Анатольевич, вот такой уточняющий вопрос. Если этот человек еще не дошел до какого-то там собрания, до совещания, на котором обсуждается это все, ему каким образом действовать, ему куда вообще бежать? По какому телефону ему позвонить, если у него предложения есть свои? Пожалуйста, есть телефон моей приемной, есть телефон приемной Министерства экономического развития. Мы вообще открыты к диалогу. То есть, если по этому телефону позвонит человек и скажет, у меня есть предложение по стратегии развития Кировской области, и его запишут, примут, там, да, назначат время, конечно, и прочее. Конечно, мы так ведь и встречаемся. Понятно. Мне вот, например, Лев Саламатов написал на страничке в Фейсбуке. Это правда. Такие методы вы отреагировали. Тут же отреагировали, пригласили, начали диалог, все. Меня волнует вот какой вопрос. Это действительно глобальная задача. Понимаем, что она очень серьезная. Апрель месяц 2019 года, насколько реальный срок? И что, если вы, увидев все материалы, которые подготовили все ведомства, вот, которые над ней работают, решите, что нет, мне, Александру Анатольевичу Чурину, может быть, там еще Игорю Владимировичу Васильеву, нам не ясно до конца. Значит, будет продлен срок. Ну, и я так понимаю, что ведь корректировки какие-то в эти документы вносятся постоянно. Это ведь не Библия, не аксиома, ну, конечно, правильно? Да. То есть это живой документ, жизнь меняется. Сегодня мы находимся в этой ситуации, завтра ситуация может кардинально измениться. Просто кардинально. Ведь получается, вот ту стратегию, которая сейчас действует, ее писали вообще в другой реальности. Не было санкций, там другая страна была. Другая экономика была. Но мы понимаем, конечно, да, что Кировская область – это не изолированная какая-то история. И надо четко понимать, России, что Кировская область не может стать цветущим садом в отрыве от Российской Федерации. Мы один из субъектов Российской Федерации, но мы должны принимать меры для опережающего развития Кировской области. Вот я вижу прекрасную совершенно формулировку на сайте правительства области в разделе о стратегии социально-экономического развития на период до 2020 года, та, про которую мы вначале говорили, да? В качестве цели там указывается повышение качества жизни населения до уровня лидеров Приволжского федерального округа. Вот мне интересно, тут нет конкретики, на кого мы ориентировались тогда? А на кого ориентируемся сейчас и ставятся ли вообще какие-то прям вот конкретные примеры? Мы хотим, чтобы кировчане жили как в Казани. Мы хотим, чтобы кировчане жили как в Нижнем Новгороде. Вот мы не будем жить так, как в Казани, потому что в Казани живут казанцы. И там есть нефть. И там есть нефть. Да, там без разницы нефть. Это другой город, другая история, другой менталитет. Мы живем в Кирове, и мы будем жить в Кирове. Это наш город. Давайте уже не будем на кого-то равняться, а будем сами себе создавать те условия, в которых нам комфортно и в которых нам нравится жить. Ну, то есть под показатели какие-то социально-экономические мы тоже, они, естественно, есть, не подгоняем. Но тут подгонять не надо, наверное. Надо четко себе определить. Давайте, у нас должно быть такое-то количество квадратных метров жилплощади на человека. Допустим, там 50.
Не 20, не 30, а, допустим, 50. Я сейчас представила, сколько за мусор придется платить. Ну, ладно. Да тут вопрос не в этом. Сколько платить, чего. Наша задача, чтобы условия жизни были комфортными. Я понимаю, да. Чтобы детей можно было отдать в детский сад свободно, там, без записи. Но для этого их нужно построить. Нужно, чтобы они были. Ведь, понимаете, у нас произошел вот этот провал, который был после развала Советского Союза. Демографическая яма. И демографическая яма. Не строились детские сады. Ведь детские сады многие были переоборудованы, проданы и так далее. То есть... Ведь это же надо сейчас все заново восстановить. Вот сейчас говорят, что детские сады, понятно, да, проблема решается, уже проблема школ стоит. То есть об этом тоже надо думать, да. Но дальше снова пойдет яма. Потом снова нужны будут детские Коллеги, сады, да. Я вас сейчас здесь прерву. Мы можем о детских садах и школах уйти еще на 2 часа в дискуссию. Но я вот что хочу отметить в связи с этим. Для нас, например, и для Ани, и для меня, и для многих слушателей, и наших коллег, вот на данный момент абсолютно понятно, как работает социальный блок правительства. То, что делает Дмитрий Александрович Курдюмов, его планы относительно медицины, относительно школ, детских садиков, образования абсолютно четко обозначены. Он сюда и сам приходит, и его специалисты приходят и об этом рассказывают. Это пожелание от нас, Александр Анатольевич, чтобы вот эти блоки и люди, ответственные за нацпроекты и за проектные офисы, освещались открыто и своевременно. Это очень важно и для вас, и для нас, потому что, когда вы говорите, всем должно быть ясно, без вот таких вот встреч и без такого освещения, но этого не случится. Мы это обязательно учтем. Тем более, да, мы понимаем, что все-таки социальный блок и его работа – это то, что люди видят каждый день, ну, потому что с этим сталкиваются в обычной жизни, да, какие-то экономические такие вот разработки и стратегии и прочее-прочее. Об этом люди просто не знают, может быть, потому что не видят этой работы. Нет, ну как не видят? Ежемесячно выплачивается заработная плата. Это да. Пенсии, пособия, действуют льготы. Вы включаете каждый день свет, и он загорается. Вот значит, это и есть. Значит, все работает. Это и есть результат деятельности экономического блока правительства Кировской области. Вопрос не в этом состоит, горит или не горит свет. А вопрос состоит в том, чтобы люди понимали вот эти планы, которые будут зафиксированы в социальной стратегии, социально-экономической стратегии региона, как они исполняются. Во-первых, на что мы ориентируемся, во-вторых, к чему мы идем. Потому что, когда я включаю свет или я получаю зарплату, я хочу знать, что я сегодня получила такую-то зарплату, и у меня такой-то садик и так далее. А мне было обещано теми, кто разрабатывал стратегию, что через 2 года, через год, через 2, через 5 будет вот так. И я хочу ориентироваться. И если я вижу, что не выполняет этот проектный офис свою задачу, я должна посмотреть, свериться и задать вопросы в открытой Правильно. Обстановке. Абсолютно. Вот об этом. Поэтому я сегодня здесь. И в дальнейшем наши представители, наши специалисты будут принимать участие в этих передачах, рассказывать, объяснять. Ну, держать ответ. Александр Чурин, первый заместитель председателя правительства Кировской области, в студии «Дневного разворота», Анна Лапшина и Светлана Занько. Несколько слов о предстоящей поездке на Сочинский экономический форум. Эта поездка случится уже на следующей неделе. Форум имеет очень серьезное значение для страны, и вообще он международного уровня. От Кировской области едет немаленькая делегация на этот форум. С какими целями, задачами, намерениями вы туда едете? Ну, прежде всего, наша главная задача – это обменяться мнениями с коллегами, обсудить ситуацию в экономике, обсудить перспективы ее развития, понять вообще, что происходит, какие тренды в других регионах, как они развиваются, какие ставят перед собой цели, ну и, естественно, обсудить с различными компаниями, их видение развития Кировской области, своей деятельности в Кировской области, перспективы различных инвестиционных проектов. У нас будут подписаны ряд соглашений с финансовыми организациями, будут проведены встречи с крупными предприятиями. Но я думаю, что, наверное, будет более правильно говорить об итогах уже Сочинского экономического форума после его завершения. Но мы сейчас конкретики никакой дать пока не можем. Пока конкретики не можем дать. Название предприятия, компании. Во-первых, еще все согласовывается, готовится, еще несколько дней до форума. Поэтому пока вот такая информация. Ну давайте тогда хотя бы по итогам прошлого года скажем.
были же результаты какие-то? Ну, были, конечно, результаты были, и результаты достаточно обнадеживающие у нас. Но, наверное, неправильно говорить там об итогах прошлого года, потому что это о результатах. О результатах, да. Это длящаяся работа. И та работа, которая была начата после итогов прошлого сочинского форума, она еще идет. И мы результаты увидим, наверное, немножко позже. Поэтому все-таки давайте как-то вот эту тему осветим после Сочинского экономического форума. Да, и это хорошо, если придут представители правительства, которые туда поедут и нам расскажут, потому что у нас уже есть договоренность с городом, точно Илья Вячеславович Шульгин, его зам по инвестициям, и, возможно, компания «Ростелеком» к нам придет, потому что будут подписаны очень серьезные проекты, это уже не секрет, по дальнейшему развитию города в смысле его безопасности и вот систем, водосистемы «Умный город». Это очень интересно, вот я сейчас такой Боже мой. Затравочку дала. Мы договорились, что мы встретимся в программе «Урбан» в среду, как после окончания «Урбан-форума». А вот какие-то экономические, региональные истории, может быть, инвестиционные проекты, которые обсуждались, даже если не будут заключены договоры, но обсуждались. Это будет, конечно, очень интересно узнать. Потому что в представлении нашем Сочинский форум экономический, но это форум, такой слет верхушек общества. Вот они приехали, пообщались. Что они там решают? Судьбы ли наши или просто встречается. Мы, Александр Анатольевич, не бывавший там, не знаем. Поэтому большая просьба к нам прийти и рассказать. Да, я обязательно приду и расскажу, что было, с кем встречались, какие проблемы обсуждались, какие перспективы появятся после этого форума. Ну, я думаю, что передача у нас... Время есть. Время есть, да. Время есть. Еще одна тема, на которую хотелось бы обратить ваше внимание. Вот как раз на круглом столе, где мы обсуждали стратегию развития малого и среднего бизнеса и там стадию разработки стратегии социально-экономического развития региона в понедельник, я обратила внимание ваше на то, что 1 марта Институт гражданских инициатив Кудрина и наш вуз ВИАТГУ опорный проводит очень серьезный семинар. Называется он «Города России. Поиск прорывных идей». И там очень важные истории такие будут излагаться. Во-первых, там будет большой блок про муниципальное управление, как развивать муниципалитеты, как позиционировать города, прежде всего малые. Речь вот в этой сессии не будет идти о больших городах, а малые города, как их позиционировать, как вот их объединять в рамках там новых всяких реформ. И хотелось бы, конечно, во-первых, привлечь ваше внимание к этому, я пользуюсь случаем, говорю, привлечь к этому мероприятию внимание. Во-вторых, конечно, хотелось бы ваше мнение услышать насчет того, насколько необходима какая-то объединяющая идея, рабочий инструмент для развития поднятия уровня муниципальных служащих, для развития самих муниципалитетов, насколько им необходима поддержка и вот как раз какие-то такие обучающие истории. Нет, на самом деле все, о чем вы вот сейчас сказали, это необходимо, это очень важно. И, конечно, те темпы развития муниципалитетов, которые сегодня демонстрируются, наверное, они не удовлетворяют. И очень разные. И очень разные, да, очень разные темпы. Это действительно серьезная проблема. И как раз то, о чем я говорил, формирование 8 макрорайонов, экономических макрорайонов, и назначение ответственных лиц, кто будет нести персональную ответственность за развитие этих макрорайонов из числа членов правительства Кировской области, и должно послужить выработке вот той системы взаимодействия региональной власти и муниципалитетов по развитию территории, которую мы хотим создать. Потому что мы понимаем, что без помощи, без финансовой помощи, без методической помощи, административной помощи муниципалитетам достаточно сложно. Там вообще критическая ситуация. Если мы соберем информацию за последние годы 2, 3, даже 4, мы видим, и она озвучивается, эта ситуация, мы видим, что, во-первых, нет большого количества желающих идти на муниципальную службу в районы. Во-вторых, муниципальная служба – это такой дамоклов меч. И мы видим, сколько было заведено дел административных, уголовных и даже посадок за 10 тысяч рублей и детскую площадку. И поэтому, когда видят так, и при этом мы знаем ограниченность бюджетов и очень высокие требования законодательства по отношению к муниципалитетам, ситуация, на мой взгляд, критическая сложилась. И выход из этой ситуации сами муниципалитеты не могут найти.
им, безусловно, нужна поддержка сверху. Они должны почувствовать себя под защитой скорее, да, и такой опора и помощь, нежели под постоянным там вниманием, прессингом и проверками. Естественно. Но это мое вот такое ощущение. Это естественно, это общее, наверное, ощущение. И оно скорее правильное, чем неправильное. Поэтому нам и нужно выработать формы и меры поддержки муниципалитетов. В этом году мы выделяем достаточное количество дополнительных средств, в том числе на ремонты дорожной сети. И вот у нас сейчас в планах, например, перейти только к ремонтам дорожной сети, особенно в районах, для того, чтобы увеличить количество отремонтированных дорог. То есть не строительство, а именно бросить все силы на ремонты дорог. Речь идет о межрайонных каких-то дорогах или о сельских или дорогах, о межрайонных, о внутренних дорогах и так далее. Мы выделяем средства на ремонт центральных улиц в районных центрах и так далее, на строительство, на ремонт каких-то обходных дорог. Да, в этом году начинается строительство дороги Опарина-Альмер, возобновляется строительство дороги Опарина-Альмер. За счет региона. Угу. То есть все это понятно. Мы ведь прекрасно понимаем, что без развития инфраструктуры районы развиваться не будут. Вот хорошая новость пришла буквально вчера. Меня она очень порадовала. Не знаю, Ань, как тебя. Это новость о том, что в муниципалитетах Кировской области будут разработан уже инновационный проект «Школа нового поколения модульного типа из клееного бруса». Деревянные школы по типу норвежских, финских и шведских. Ну вот меня радует глаз. Картинка прекрасная, но в комментарии, конечно, уже пришли люди, которые написали, какой подарок для пожарных. Мы понимаем, конечно, это что те люди, которые плохо слушают программу «Урбан». Современные технологии, они позволяют защитить деревянные современные здания. Современные технологии, современная противопожарная сигнализация, различные системы, я думаю, что они сведут этот риск к минимуму. Его, естественно, нельзя снимать, но риск должен быть сведен к минимуму. Школа будет безопасной. Но самое главное, что эта школа, построенная из местных материалов, местными производителями, и она действительно соответствует самым высоким сегодняшним требованиям, которые есть, и самым передовым требованиям. И я думаю, если мы построим 6, 8, 10 таких школ в районах области, это будет замечательно. Это уже новая визитная карточка области. Это инновация же. В России нет таких школ. В России нет таких школ. Это только в Кировской области появится. К победе у нас остается буквально 4 минуты. Все-таки расшифруй, что ты имеешь в виду. Да, конечно. Мы не требуем от вас прямо сейчас ответа, но мы уже закидывали такие удочки, потому что вот сейчас победа начнет летать, я имею в виду авиакомпания, летом в Сочи. Это, конечно, очень хорошо. Но кировчане, которые живут здесь и которые живут на западе нашей страны, говорят, а почему не рассматривается направление в сторону Калининграда, например? Потому что это прямая, во-первых, с одной стороны, пересадка там в Европу, а с другой стороны, в Калининграде очень большая кировская диаспора. А Сочи очень прилично. В конце концов, там тоже море есть, понимаешь? Как происходят вот эти переговоры? И как, например, можно ли вообще реализовать такую идею, рассмотреть вместе с победой вот это направление? Ну, вы понимаете, что в любом случае то или иное направление, которое появляется в расписании авиакомпании, оно должно быть экономически оправданным для самой авиакомпании. В противном случае можно запустить рейс, но его должен кто-то оплатить. Кто-то в данном случае... Бюджет области, наверное, да, если он экономически не окупаем. Естественно, мы ведем переговоры с авиакомпаниями и предлагаем им посмотреть те или иные направления. Они уже принимают решения, исходя из своей экономической модели. Калининград звучал в наших предложениях. Ну, я думаю, что авиакомпания лучше нас знает тот возможный пассажиропоток, который будет сформирован в этом направлении, и если он ее удовлетворяет с экономической точки зрения, рейс, возможно, состоится. Но пока на сегодняшний день решение такого не принято. Да, будут полеты в Сочи в летний период. Возможно, мы постараемся их продлить, там, захватив осень, Новый год, когда вот начинается горнолыжный сезон в Сочи. Ну, тем не менее, работа ведется в этом направлении, и я думаю, что те
темпы роста пассажиропотока, которые показывает аэропорт Победилова, они внушают скромный, но оптимизм. Я думаю, что ситуация меняется. Сейчас у нас впереди планы по реконструкции аэровокзала, по реконструкции парковки, по созданию новых парковочных мест, вообще по изменению идеологии парковки около аэровокзала. Я думаю, что вот в течение летнего периода мы должны это сделать. Я прошу прощения, я понимаю, что, может быть, эта тема не для всех важна, но, тем не менее, я должна сказать, давайте все-таки подумаем над тем, чтобы каким-то образом связать наш аэропорт с городом, общественным транспортом и проработать эту схему, чтобы автобус приезжал ко времени прибытия самолета. Потому что во всех остальных регионах аэропорт и общественный транспорт как-то вот хорошо взаимодействуют. Как раз это мы сейчас и воплотим. Отлично. Аля замерзла в последний раз, когда ждала автобус и не дождалась. Не дождалась. Это да, правда. Но на самом деле мы сейчас не успеем про это поговорить, но, наверное, если вы позволите, я смогу анонсировать эту историю. Дело в том, что в Кировскую область город Киров приезжает, вот вчера была и будет приезжать в ближайшем будущем телекомпания «Звезда». И это очень серьезный федеральный канал, который будет делать программы и сюжеты о Кировской области, о людях, которые здесь живут, и о нашей промышленности. Да? Оборонной или всей? Пока что оборонная, насколько пока я что оборонная, это программа «Военная приемка». Она очень известная. Очень известная программа, интересная программа, рассказывающая о том, кто как делает российское оружие. Я думаю, если мы снимем цикл передач, ну, может быть, не цикл, может быть, даже это и будут показаны на оригинальном телевидении, такие передачи о наших предприятиях, многим будет просто интересно узнать, что делается на них, как делается и кем делается. Да, но мы коллег приглашаем, уже пригласили в нашу студию, когда они приедут в феврале и марте. Обязательно сделаем с ними интервью, узнаем об их планах, о том, что они снимают в Кировской области, какое впечатление составили. Но самое главное, мы сейчас снимем передачи о ветеранах. Тех, кто ковал эту победу и кто, в общем-то, сохранил нашу страну независимой, могущественной и кто подарил нам жизнь. По большому счету. Спасибо. Александр Чурин, первый заместитель председателя правительства Кировской области, был в гостях «Дневного разворота». Благодарим гостя.